Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас очередной тест. Хочу попробовать на среднем таком, скажем, аккаунте 400к. Это не раздутая сила на сегодня. Решил докачать героев на 30-й прорыв, попробовать адское здесь зафармить, чтобы получить, по сути, бездонатную Мэри на этом аккаунте, на тестовом нашем. Интересно, сможем ли мы пройти. Вчера я пробовал, ну, основным аккаунтом, понятно, мы прошли. На сардельке мы дошли до конца второго, но в итоге последнюю пачку я не смог слить, там надо вторые эволюции, как минимум. На всех героях интересно, что же будет здесь. Здесь сила уже, как видите, в районе 420. Ну, то есть до полуляма, думаю, мы дойдем. Интересно, как будет на нем фармиться адское запределье. Поэтому я решил некоторых героев докачать до 30-го прорыва. Посмотреть, что у нас в итоге получится. Сможем ли мы? Запашек уже не хватает. Сможем ли мы это все сделать? Еще, кстати, надо 7-е кошмарки будет попроходить. Гарнизоном мы таких и не добили. Такс. Видите, тут даже судьба. В принципе, тут они не на максималке. Прям такой аж... Мега-мега-мега вау, ну, 30-е прорывы, то есть более-менее герои, скажем так, прокачаны. Ну, для того, чтобы всех повыводить на 12-13 скилл, нам надо будет... Многих героев здесь подокачивать, аугментации поделать и прочее. Так, окей, собираем героев. Это я что-то тестировал, даже не знаю что. Так, есть зефир, убираем маску. У нас тут такое интересное для зефира есть. Нифига интересного для него нету. Ставим так выживание, чтобы не сливался сильно. Так, Фрейка. Ставлю пока такой против зеленых, чтобы нормально дамажило. Панчбокс. Ну, то есть тут несколько героев, которые у нас прокачаны довольно-таки неплохо. Так, Космо есть, Землеройка, Ремка, только раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь там, да, героев. Так, окей. То есть будем пробовать максимальный адский режим. 5, 6, 7. Ну, дальше эти уже герои, они здесь, по сути, ничего не сделают, потому что они, ну, честно, такие себе. Чтобы мега там прокачки у них были, я бы не сказал. Возьмем Махатму, возьмем даже не Бугича, возьмем Фена. Вот так вот, такой вот состав попробуем. И с первого же, как видите, Огник. Это уже первый этаж, и у нас тут веселые ребята начинаются. В принципе, у нас 30-е прорывы. Думаю, нам не сильно страшно, пока будет здесь бегать. Видите? Смотра у нас, кстати, нет. Так, мы попроходили в прошлый раз древние на этом аккаунте. Теперь надо нам попробовать хоть как-то дожать.
Буду тоже здесь собирать, стараться атаку. Вот такие вот пачки приятно убивать по сравнению с другими. Будем больше бить героев. Так, есть. Вот у нас Фоба Фрея. Не буду я рисковать. Крит буду точно так же собирать, как я собирал у себя на основе, то есть крит плюс урон. Но у меня здесь нету Мэри, вот это надо учитывать. Если мы попадем на ту же самую Фрейю, я не знаю, каким образом я ее буду шатать. Видите, пока отлично держится все. Космо нас зафигачил. И кого у нас? У нас уже кого-то слили. А слили у нас, если я не ошибаюсь, Ворожея. 30-го прорыва. И, в принципе, Ворожей не слабенький. У нас был, у нас его налегке разобрал. Офигеть. А, нет, слили землеройку все-таки. Скорее всего, на отражалках землеройка ушатался соло. Ну, сейчас попробуем его резнуть. Поспешил, конечно, я побежал через Ронина, но надежда на то, что Ронин здесь еще не особо усиленный. Да, нормально все. Так, резаем землеройку и первый этаж проходим. Я думаю, с первым этажом у... Нифига себе. Посмотрите, что они творят. Половину моей пачки просто разобрали. Вот вам сила уже 400к, и герои с 30-м прорывом сливаются без проблем. И Фрея, ребят. Я не знаю, что я сейчас с ней буду делать. Ну, надо будет резать землеройку однозначно. Пусть Феникса уже добьют. Вот вам 400к и уже проблемы, причем конкретные, то есть мы уже не убиваем Фрею. Я не знаю, тут только единственный вариант землеройка, не давать ей включаться вообще, но результат, как видите, уже есть. Мы можем, конечно, сейчас выйти, перезайти, попробовать, чтобы не сливать самоцветы. Я не помню, кровь есть у нас или нету здесь. Ну, это печаль. Так, а что я пошел в лабиринт? Какой лабиринт, бро? Что-то на английском сервере мне не нравится в последнее время оптимизация. Очень часто подвисает, выкидывает. Что-то у них с серваками не то. Попробуем такой вариант, чтобы у нас космос сразу же всех... обезвредил, скажем так. Ну, видите, сейчас Фрея, наверное, моего космо ушатает или нет. Не, не смогла, не ушатала, но посмотрим сейчас, что дальше будет. То есть, пока есть возможность, можно пользоваться вот таким вот вариантом. Все, космо у нас нету. Блин, вражеская Фрея нормально дамажит, смотрю. Ну, походу, приехали.
Не знаю, они убьют ее без землеройки или нет. Но это печаль. Не убили. Потеряли мы всего лишь космо. Ну, в принципе, терпимо, скажем так, пока что. Так, первый этаж мы с вами удачно зафармили. Поехали дальше. Пока зефиром мы еще с вами не встретили. Но это пока. Блин, ну посмотрите. У меня минус 2. Каким образом ворожай слился, Дефна? Я вот не могу понять. Чё за бред? Ну, более-менее, я вам скажу, это еще терпимые пачки. Самое главное, не нарваться где-то на оккультиста, Ронина топового, ну, Фрея плюс-минус, землеройка. Если что, можно резнуть, но это печаль. Ронин. На какую пачку хочешь нападай? И люлей выгребай, ну не знаю, сейчас или мы здесь ушатаем. Здесь и Ронин, здесь и Фрея. Сможем ли мы эту Фрею убить? Вот Ронин, Фрея. Ронин, кстати, нормально здесь, я смотрю, сливается на отражалках. Ну а Фрей мы вряд ли, наверное, убьем. Придется перезагружать всю пачку. Ну, варианта другого нет, у нас все равно всех героев нет. Но это писец. Ну, я думаю, в принципе, за неделю набрать там 1802 косамов, это не проблема. Вполне, если вы хотите фармить полноценно, и вы видите, что вы плюс-минус вот так вот проходите, и можете собрать там Мэри, например. Ну, я имею в виду, ради Мэри, я думаю, можно тратить по 2 косамов, там, или 3К, или 4К, собирать их с локации и тратить... На вот эту вот локацию, я думаю, это допустимо, потому что Мэри все-таки вам потом при прокачке очень поможет. А у меня была одна кровь. Обошлись малым, скажем так. Так, ставим опять зефир. Рея, Огник, Землеройка, Оккультист, Ворожай. Смотра у нас, как всегда, нет. Поехали, будем испытывать судьбу. С землеройкой. Ну вот видите, с землеройкой, землеройка блокирует. И вроде все получается удачно. Это когда она одна остается. Так. Блин, неохота, честно скажу. Неохота нападать. Хочется просто налегке спокойно зафармить это все. Че, у нас слили опять? Офигею. Посмотрите, просто сливаются вот непонятным образом стычки. Вот что за фигня? Топовые герои, 30-е прорывы уже, и они просто сливаются. Просто тупо половина пачки ушаталась.
Причем самые такие герои, которые с дефом, они все посливались от какой-то Фреи. Офигеть. Да, без отхила, конечно, мне здесь весело будет. Кого там они не могут убить? Фрею. Ну, видите, опять Фрея. Опять приходится заморачиваться сейчас, и опять придется нам всех резать. В принципе, у нас первый этап уже пройден. Мы сейчас оттуда сможем получить кровь. Но мы ее просто не можем убить. Без вариантов. К сожалению, без вариантов. Такс. Я не могу понять, каким образом сливается оккультист, который вроде и в хорошей прокачке, и его так запросто сливают. Это что-то какое-то странное явление. Девятка, десятка, там не настолько большая разница, плюс 30-й прорыв у него по жизни. Все гуд, и его вместе с ворожаем ушатывают налегке. Скорее всего, из-за того, что нету нормальных созвездий на уклон. Как видите, созвездия тоже очень многое будут решать. Вот опять землеройка просто улетел непонятно куда. Чем нас тут удивят? Неплохо так. Неплохо. Все с 35-ми суперпэтами. Вообще просто изи. Они думают, что у меня здесь тоже 35-е суперпэты, я смогу их затащить. Но хотя бы хорошо, что нам не дали там мега-мега топовых героев. Мы опять слились, но у нас хотя бы есть кровь. Мы сможем восстановиться. Так, берем атаку. И темный третий этаж. Ну, относительно, я скажу, вроде более-менее средненько. И несложно. Но, опять же, это все на первый взгляд. Все-таки герои с 30-ми прорывами и донатные. Посмотрите, они не могут. Они не могут просто ушатать там ПБшку. Я не знаю, сколько там у них жизни. Я офигею. Просто ворожаи минус 0 у нас. Что-то я как-то так смело напал, оккультист. Я не знаю, они здесь всем маску напихали, что ли? Что они там пересмотрелись? Ну, блин, это начинает немножко задрачивать уже. На всех героях вражеских маскировка стоит.
Так, ну что, здравствуй, Фрея. Походу, да. Вот опять придется нам сейчас резать полностью всех героев. До половины мы ее практически сняли. Буду ждать, если там опять тоже будет маска, и она просто себе уйдет в инвиз и будет хилиться. Понятно все. Ну, практически добили, но опять же вариант только выходить и делать вот так вот. Ну, по крайней мере, мы хотя бы сейчас не тратим с вами самоцветы. Вот это радует. Правда, очень хреново герои стоят. 30-е прорывы не спасают. Посмотрите на этого бугимена, ну это просто писец. Они просто размотали моих трех дев-героев, ну не знаю, как говно какое-то, вот реально. Я офигею просто. Как здесь проходить вот это вот, ну вот как? Это уже 30-е прорывы, у нас улетел сразу землеройка, ладно, на отражалке пусть слился. Но улетел ворожей и оккультист просто как говнецо какое-то. Тут надо скидывать по ходу силу до 20, до 200, там не знаю, 200к. Или лучше все-таки столько, как на сардельке, 30-е прорывы, вот как раз будет 5-6 героев. И просто заходить сюда. Других вариантов просто нет, посмотрите, они разматывают. Ты нифига тут сделать не можешь. Это просто жесть какая-то. То есть тоже два этажа, это потолок. На третьем этаже вы просто зависаете уже. Только разница там без доната, тут, блин, донат. С 30-ми прорывами. Все равно пофиг. Это никак не спасает. Бугич просто красавчик. Бугич шатает всех. Стритинат. Без вариантов вообще. Еще и свалин остался. Рея. И самое интересное, это Фоба, который, я не знаю, посмотрите на дамаг, входящий по нему. Просто смешно, 50-90, он даже не проседает. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, что вы думаете, хотя что тут писать, это писец. 30-е прорывы просто тупо не вывозят, даже не на большой силе.
400к это немного. Мы просто тупо сливаемся. То есть максимум, что мы получаем за день, это 3 осколка Мэри, за неделю 6. Ну, в принципе, терпимо, за месяц там 25 осколков, плюс-минус, еще, возможно, где-то с акций падать будет. Но пройти полностью все это, как видите, просто пиздец. А, там еще и Анубис остался. Так вот, ребята. Ну, давайте еще разок попробуем. Уже хотя бы нету этого. Вот сейчас получше пошло. Сейчас... Посмотрите на это. Это просто издевательство какое-то. Вот реально. Нету хотя бы... Как его? Говорю, Бигфута. Бугимена. И все равно это нас не спасает. Посмотрите на дамаг, которые проходят там, не знаю, кто там, Анубис или Свален. Свален. Сколько он дамага получает? У него отхил 800 с хреном отхила. 2 ляма это там его собственный. Но посмотрите, сколько я дамага ему наношу. И пофиг, он себя хилит все равно. Он все равно идет в плюс. Просто жесть. Попробуем сейчас еще два раза, там не знаю, что у нас осталось под хилком. Это просто жесть. А что дальше делать с Фрейей, я даже не знаю. Сейчас поставим сюда землеройку. Ну, Фрейю нашу с пактом просто разобрали. А свален, вот вам отхил. А по-моему отхил 3 ляма, если я не ошибаюсь. То есть хотите еще 2 осколка? Выкидывайте бабосики или 3. 3. Это при том не факт, что вам повезет. Так, ну давайте попробуем такой вариант. Правда, у них отхила нету. Сейчас, наверное, сольемся. Но есть красный смотр, возможно, он поможет. Я думаю, сомневаюсь в этом, но... Не, вроде слили свалены. Свалены слили, осталось Фрейя. Но Фрейю мы, в принципе, можем сейчас блокировать землеройкой все время. Это, я думаю, не спасет. Посмотрите, она отхиливается. Вот, ребятушки, приехали. Жесть. Просто жесть. Даже землеройка здесь уже не спасает. Махатма. Землеройка, Некрос, Феникс, Зефир. Мы просто тупо зависаем на Фрейе, которую я уже не солью без Мэри. То есть она неубиваемая. Что бы вы здесь уже не делали, просто без вариантов. Для нее, а там еще, да, там выживание, смотрю, нули проходят. Там на ней стоит выживание. Тут уже нифига не сделаешь. Вот такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.